Всем привет, вы на канале Border Collie Vlog. И только что вот эта вот сволочь сбежала. Я его ждала минут 5, наверное. А почему она сбежала? Потому что там играют в мяч. Он услышал мяч, там закричали, и все. И бордера как след простыл. Я все ждала, пока кто-нибудь заорет с собакой. Или... А и тут мама у меня заорала, Лео. Он, походу, к ним пришел, потому что потерялся. Ну, короче, ну, он молодец. Я знала, что он никуда не сбежит, но даже не волновался, честно. Ну, пофиг. Вообще, мы идем с ориентированием. Вот так-то. Нам надо подняться туда, на гору. Не буду раскрывать все секретные места этого ориентирования. Самое дурацкое, что мы ждали его минут 5, и это нам, блин, время уменьшило. Но ничего страшного. А вообще, мы сейчас на слете. Слете походников. Походу, я уже ходила очень-очень давно. Я все или не попадаю, или работаю. Короче, блин. Хочу уже сходить. Все не получается. Может быть, в конце лета еще, если будет устраивать, то пойду. Может, не буду. Посмотрим. Но я бы хотела сходить в поход. Я люблю походы. Опля. Сейчас надо подняться на гору. Взяла только Лео. Со мной еще Фаня. Немножко расскажу, что там с Фаней у нас. Потому что неделя у нас такая интересненькая была. Я уже зажарилась. Ну ничего, погнали искать. И первый знак. Фух, еле доперлись до него, на эту гору. Потом пойдем дальше, на следующую гору. Вначале спустимся к дороге. Я поэтому в лес не пойду. Леона сходили, сейчас искупали. Вот. Короче, на большое озеро. Чтобы было чуть прохладнее. Спина у него сухая. Идем по лесу. Лео, иди сюда. Вот наш второй заход. Он все стыдится, уйти пытается. Лео! Ему жарко. Хоть мы идем уже медленно, но все равно он хочет это уйти отсюда. Где-то у нас вон та вот, наверное, гора наша. Будем на нее подниматься. Нашли еще один пункт. Ура! Ура! Работаем! Что-то я не могу понять, где она, эта фигня. Попробуем чуть-чуть другой подъем. Я не вижу. Она, по сути, где-то здесь должна быть. Но где? Лео! Лео! Леон! Лео, иди сюда! Лео, иди сюда! Не нравится он, что мне улетает. Я понимаю, что он уже сжарился, я сжарилась. Это была плохая идея пойти. Нет, идея это неплохая, но... Обидец. Где-то здесь... Сейчас посмотрим подсказку, конечно. Но на холме, блядь, написано. Вершина холма. Мы на вершине холма. Где? Где оно? Сейчас поищем здесь в округе. Ух, мы ее достали. Уже и я сдохла. И Лео сдох, все сдохли. Мы на 7-м, сейчас нам 8-е, 10-е. Ой, на 6-м, нам 7-е, 8-е, 10-е и все. И можно возвращаться будет. Фух, там рядом с озером, то что прикольно будет. Лео, стой! А он уже сбегает, потому что устал. Фух, пришли еще к одному озеру маленькому. Иди купайся. Можешь попить. Иди пей. Иди пей, мой хороший. Фух. И где-то здесь должна быть табличка. Сейчас посмотрим, что там написано. Это 7-е. 7-е. Край озера. А ничего, что здесь везде край озера. Ладно. Мы где-то вот здесь. Если так смотреть по карте, то где-то вот в этом районе должно быть. Где? Я думаю, где-то с той стороны, вон там. Вот. Пойдем туда как раз. Тут! Я его вижу! Ура! Главное, ручку не потерять. Ой, ё-моё. Ой, ё-боже мой, я его уже десяток раз по морде ударила. Бедный Лео. Он, если что, вот тут ходит рядышком. То, что мы все. Ура! Мы нашли тебя. Край озера. Красота. Я уже даже говорить не могу просто. Жарища такая. Хотела сказать, что в прошлом году мы бегали детки маршрут. Он покороче этого. Этот вокруг озера, а там половина озера. И это было просто. Ну классно, было не так жарко,
Это было после дождя. И, ну, то есть вообще круть-круть. Сейчас, секундочку. Ладно, сейчас остановимся чуть-чуть. Передохнем. Лео, иди сюда. Все, стоим, ждем. И мы реально бегали все это. То есть прям бегом были или первые, или вторые, короче, были как, на каком-то месте. А сейчас такая жарища, почти по 30 градусов, и мы просто... Сейчас повеситься бы. Лечь и лежать. Мои ноги, вообще, посмотрите, мои ноги. Просто меня жрет еще. Просто все исцарапанные. Городские ноги. Лео, иди сюда. Здесь, смотрите, здесь мы дошли. И тут уже болото. И тут вот, видите, тоже болотистая местность рядом с восьмеркой. И мне кажется, нам чуть-чуть туда. Так как здесь я не вижу нигде. Написано хоть на склоне, но я не вижу. Мигалечка, я не хочу идти на склон. Так что пойдем туда. Если там не будет, то хрен знает, где оно. Встань отсюда. Пошли. Вижу, вон там. Но мы это обойдем, так здесь уже, как говорю, тут заболочено все. Не дай бог провалиться. Вряд ли, конечно, утонешь. Но ботинки промокнут 100%. Это уже плохо. Сейчас. Говорю, чуть-чуть не дошли. Как обычно. Вот отсюда сейчас спустимся. О, человеческий троп. Лео, я здесь. Я уже на ногах не стою, капец. Ура, последняя, мы ее нашли. Лео, ты рад? Сейчас пойдешь отдыхать. Что там написано у нас? Окей, запомнила. Мы вернулись. Не засняла, как мы возвращались. У нас время 16:05, что ли, были, что-то такое. Ваня была тут привязанная, орала. Сейчас ей жарко. Отходит, вода у нее есть, там еще вода есть. А Лео, видите, он роет. В это роет, ищет более прохладу. Сейчас Ваня немножко отойдет, и слева пойдем покупаемся. Жарище неимоверное просто. Даже я задыхаюсь. А вообще, Фане делали эту... У нее было защемление жировика в грыже, из-за этого ей пришлось ее удалить. Так что, ну, из-за этого она ходит в такой штуке. Как бы ничего страшного, просто надо подождать, пока шовчик заживет. Плохо только, что сейчас жарковато, и это, ну, хуже заживает. Быстрее бактерии разные распространяются. А в остальном, в общем-то, нормально. Заживает хорошо. Сейчас просто мама придет, она подержит ее. Я ее еще раз все обработаю, чтобы просто жарко. И все. И продолжим этот чудесный и уставший уже день, если честно. Я уже устала. Но очень классно. Такой трупик. Все, устал. Падай давай. Сейчас 6 вечера, почти 7, собаки кушают, так мне делать нечего, я решила покормить собаку. Собаки у меня сейчас кушают вот этот, Примадог, потому что кто-то забыл в морозилке мясо, и это не я. Еще взяла им на всякий случай вот такие консервы, это нам просто дали в подарок, это Леону завтра дам. Пусть будут. Что Фани ест. Там у нее шовчик внизу заклеенный. Все прекрасно. Ножик надо помыть. Красотули мои. Красотули, красотули. Слышу. Во-во-во, вперед, давай, устал уже, еле бежит, молодец, умничка мой хороший. Идем на вышку и немножко погуляем по этому,
как это называется-то? Я забыла. В болоту. Во, вспомнила. Здесь такая заболоченная местность. Да вообще Эстония это одно большое болото. Так что идем погуляем по болоту. Как раз придем, когда начнут делать все шашлычки. Да я уже хочу кушать. Смотрите. Сейчас я вам покажу, покажу, как мы пойдем. Не покажу вам. Не покажу. Ну, неважно. Карта это карта. Пойдем, Лео. Вот я не помню, где. Вроде там спускаться. Да, вон значок. Мы сейчас пойдем туда. А вечером будет танцы, пляски. Песни. Я люблю очень бардовские песни. Мне очень нравятся. Я прям... Нравятся мне бардовские песни. Вот и все. О, нормальненько там затопило. Обычно там сухо. Ладно, давайте будем спускаться. Фаню я с собой сейчас не взяла, оставила в лагере, так как врач запретил ей давать сильные физические нагрузки, так могут разойтись швы. А зная Фаню, я думаю, вы ее уже знаете хорошо, она дурная на всю голову. Мини-бордер. Вот мы дошли до болота. Это начало болота, так что здесь сухо. Там, если пройти туда подальше, там достаточно глубоко уже. Сейчас жара уже спала, собакам уже лучше. Еще не идеально, к вечеру прям будет шикарная погода. Сейчас пока так еще, так себе. Это, вот сейчас, видите, он может там ходить. Чуть попозже уже не сможет. Ну, прям утонуть он не утонет, выловим. Это надо далеко пройти, чтобы прям тонуть. А здесь даже я могу ходить, смотрите. Видите? То есть видно, что он такой. Приминается подо мной, но нормально. По такому ходить можно. Так вот, Фаня, у нее нельзя ей активно двигаться, потому что могут разойтись швы. Она такая торпеда, что, блин... Она мучается, честно, мучается она. Она бы сейчас разошлась со всей дури, побегала. Ну, нельзя, нельзя. У нее так, у нее один шов разошелся. То есть у нее много шовчиков. Вот один разошелся. И, ну, я думаю, она его расчесала, так как она у меня ходит и в шлеме, и в накидке, так как без шлема она расчесывает задние лапы, а без накидки она снимает как-то задние эти веревочки накидки и тоже разлизывает. Так что она и в том теперь у меня ходит. Лео куда-то забежал, я вообще не знаю, где он. Лео, иди сюда! По лесу бежит, смотрите-ка. О, вернулся заяц! Ты такой заяц! А куда ты ходил? Новую тропину, мне кажется, сделали. Сейчас. Как-то было по-другому. Там на супе катаются. В супе. Это прикол, это название суп. Суп. Такое тут болотце. Здесь собирается вода. Там вон на супах катались. Я уж решила их не снимать, а то вдруг еще постесняются. Классно, идешь так по дорожке. Жалко, что она ну, не круговая, придется идти обратно. Часик погуляем с ним, и все, и он спать. Когда будут костры, вот это все, он будет уже спать. А мы не будем спать. А мы спать не будем. Я вон до сих пор в купальнике хожу, честно. Шорты одела просто и пошла. Ой, жарище. Вы знаете, даже вот не то, что жарко, ветра нет и очень душно. Очень высокая влажность и духота. Вообще не знаю, как это объяснить вам. Вот такие у меня ощущения. Такой сегодня чисто влоговый ролик. Как мы проводим свои выходные. Турслёт. Хочу с Лео в поход сходить. Очень хочу. То есть мелких как бы оставить и взять только Лео.
что, может быть, когда-нибудь я это сделаю. Пойдем. А еще у меня тоже мечта. Это поставить палатку и пожить в палатке на выходных. Тоже вот хочется. То есть даже вот выйти из дома, дойти до моря, поставить там палатку и там побыть 2 дня. Было бы тоже очень интересно. Именно вот какую-нибудь более холодную погоду, когда уже народу не так много, но когда, но в палатке там еще нормально, например. Ой, ё-моё. Мост с препятствиями. Он меня выдержит? Сгнило. Выдержит нормально. Красивые здесь места. Мне нравится. Вон там вдалеке уже видна вышка. Я думаю, мы за 10 минут до нее дойдем. Покажу вам этот вид сверху. Вот, смотрите. Видите, здесь уже лучше не наступать. И ветрюга поднимается тоже. Дождя не обещали, а по облакам как-то так. Странно. Вроде по ощущениям нет, а вроде да. Залезай обратно. Лео, залезай обратно. Что, застрял? Да нет, сухо. Просто лапки провалились немножко. Крутануть-то он не утонет. Просто провалится неприятно. А вот и вышка, которую мы шли. Фух. Поднимемся наверх, я вам все покажу. Надо, чтобы Лео аккуратно поднимался. Ее, походу, реновировать будут. Что вышка тоже уже... У вышки уже тоже возраст. Фух, уже ноги заплетаются. Я уже подыхаю, ребят. Не знаю, как бордер еще более-менее, но я точно подыхаю. Пошлите наверх, я покажу вам этот прекрасный вид. Классно, так вечереет. На удивление, комаров до сих пор нет. Слепни еще работают. Мелкая спит, я дала ей антибиотик. Она покушала антибиотик, то есть все, у нее все прекрасно. Это такой легкий антибиотик, чтобы не воспалялось все это так сильно. То жарко, воспаление как бы быстро распространяется, если оно происходит. Лео там в домике спит. Там нормально, прохладно. Ну, не то, что прохладно. Там такая же температура, как и здесь. Так что не страшно. Я кушаю яблочком. Ждем указа, что можно делать шашлыки. А то нам сказали, пока футбол не закончится, делать шашлыки вы не будете. А мы тут уже изголодали все, честно. Хотим мясо.
Леонарду. Лео. Лео, ты устал? Нет, не устал. Я поспал уже полчасика, можно дальше работать, да? Нет. Ваня, он дрохнет. Уехала в Англию. Ваня вообще все спит. Ну, я отрубилась думаю, ты завтра. Так хорошо устроил. Ей платила. Да, зайчик? Это был 2000. Все. Трупик. Трупик, трупик, трупик. Привязала его, потому что в этой... Короче, ныл в палатке. Хотя она и открытая, он все равно ныл. Так что пусть здесь спит. Ой, красота. Не было. Иди. Иди спать, иди. Иди спать, иди. Давай. Иди спать. О, скажи, сразу чуть, что сейчас запирать будут, да? Иди давай спать, иди. Все, спать. Молодцы, спать. Все, оставлю им сетку. Пусть спят пока так. Мы еще завтра будем делать. Сейчас, еще. Секундочку. Положу им это. Ой-ой-ой, надеюсь, вам что-то видно. Этот как его? Лежак. Ну, вы поняли. Типа одеяло. Накрываться. Или мелочь. 12 минут. А дальше не помню, блин. Ну вот, такая песня. Можно сказать. Поэтому. Высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. Мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синее. Маришка. И вдвоем навстречу судьбе, не гадая, вот или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, дающих южных широт, где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль ведет. Так вперед цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. Все, всем спокойной ночи. День закончился, мы потанцевали, послушали музыку, поели, сделали шашлыки. Все, конечно, не без приключений, но прям весь день заснять это очень сложно. Но я сделала максимально возможное. Собаки реально все, все, трупики, уставшие. Здесь будет спать Лео на моей куртке. Ну и Фаня тут где-нибудь. Короче, где-нибудь улягутся. Все, если хватит зарядки, то увидимся завтра. Пока-пока. Всем доброе утро. Сейчас 8 утра. Мы проснулись. Все еще спят. Потому что пьянствовали, праздновали. Это все еще спят. И я тоже с носом. Ну, как обычно. Гуляю сейчас с собаками. Так, собаки попросили погулять. Лео, иди сюда. Лео. Да, в другую сторону. Я пока не проснулась, но все равно с добрым утром. Пойдем. Куда плавающая собака? А это стоит здесь. Наступила на корень какой-то. Стоит, ждет. Она не любит плавать. Ей нельзя. Леушка! Леушка, Леушка! Скажи, сам он плавает, плавает. Мамаша не плавает, да? Ой, козеваси. Поплавали. Я так. Он поплавал, я так ножку помочила. И все. И сейчас
будем завтракать и понемножку собираться. Где-то к 4, наверное, мы уедем отсюда. Я посидела подольше, но мама хочет быстрее смыться. Так что скоро поедем. СВ занимает таки третье место и получает медали. И не только медали, но и вилки к медалям. Ложка. Больше ели. А много. Спасибо. Это даже лучше. 10,3 вообще. Привалов пропал. Не знаю. Да не убегайте, развернулись, сфотографировали. Только если останутся лишние. Я еще, типа, в целом нормально не могла грести на ней. Потому что я говорю, она тяжелая, весло тяжелое. Может, кстати, второй панель лучше. У меня вот была именно та, которая квадрат. Можно это тоже, которое за вчера меняла? Убери ни одного. Не надо брать. Собака такая. Она хочет ее утопить. Она не хочет. Собака тонет. Какая собака? Собака тонет. В какую сторону поплыла? Ну, я, конечно, помню, как наша собака переплывала, но... Я сказала, не надо. Вот так. Взяли себе слово. Так, давайте далеко. Вова, ты меня слышал? Вова! Я не слышу ответа. Сделаем все точно, вытащу, честное слово. Да мы идем. Нет, так вы, я говорю, катайтесь там вдвоем максимум. Ну чего вы? Полин, ну что так близко к берегу? Это ж не матрас надувной, ну. На матрасе вообще нельзя. Ну так тем более, так они еще на нем прыгают, он же в этом.